Hey, okay, с вами Шмаки, мы продолжаем пройти игру по названию The Adventures Pals. Давайте я сейчас просто выйду из города и снова зайду в город. Я посмотрю, у него что, серьезно меняется каждый раз шапки? Где он только их берет? Это шапка в виде шапки? Хе-хе, это мой камень. Наконец-то фамильяр. Он... Курден лайк мост фарсио. Вот такой же, как прямо у тебя. О, снап. Шнап. Ты выглядишь... Тихт. Мужик, да. Я большой тоже. Путешествие по миру. Грейт, отличный. Отличный, мне нравится. Иногда ты... Good like нравится... Листан. Последнее в мире нравится мир. Не так ли? Так, ты хочешь аут вернуть Оксис? Элисам что-то летали. Эх, мужик, они. И какие-то очки. Я думаю, я. Должен снекс. Я думаю снекс даби. Давайте еще раз зайду и выйду, посмотрим. Быстрее сказать, выйду и зайду и посмотрим, какая теперь у него будет шляпка, и пойдем уже по заданиям. Если все быстренько управлюсь в этой серии. Серьезно? Алло, Амун. Пути. Фэйтин. Run your success. Короче, он походу стал кулинаром, и он теперь он перчаточку себе кулинарную взял. Take away, когда вернешься. Да, походу, мы с вами просто будем возвращаться, заходить, у него будет что-то новенькое, шляпка. Лады, побежали по-быстренькому, туда-куда нам нужно прибежать. Потому что, что правильно. Может быть, в этой серии мы сразимся с боссом. Крив, какие-то горы. Фингал Грейвс. Скалы. Чё это? А, это же Засу. Пипил. Мини-игры. Бас. Серьезно? Это типа из сокращения пути взял? Пойдем наверх. Зарода. И главное, что он по мне... А, типа камень атакует, когда меня атакует. Так бы сразу сказали. А зараза. Глупый сундук. Ну типа я могу все равно монетки, которые он меня сожрал, вернуть обратно по факту. Если так подумать и все поразмышлять над этим. Ты сейчас упадешь. Ух ты. Ну, в принципе, у меня магнит, поэтому я могу все это дело пособирать. Хорошо, что это не на время. Подожди, я в виде камней катаюсь на оси. Ага, все.
Cakes. Большие деньги. Больше денег, больше хила. Мы сейчас специально его агрим, чтобы он... Оп. Я просто понимаю, что я с ними драться не хочу. Подожди. А, так опыт не падает, если типа не я убиваю. Ясно, понятно. Выход. Так, какая-то грибная локация пошла. Типа мы с верхнего этажа спускаемся вниз. А нет, нифига. Понятно, что нормальный игрок сюда бы не спрыгнул. По факту. Отлично. Икс. Найс, грейт. Осам. Осам. Играем, поехали. Так, сначала нижний открываем. Центр. А, пока залетишь. Отлично. Оп. Опа. Вот я сейчас мог попасть в нее. Котенка. Отлично. Так, а теперь мне нужно заехать наверх, как-то туда. Для этого мне нужен выключатель. Пошатенько сюда. А, ладно, ну как. Я могу, но я не буду. И потратить золото, чтобы открыть ручную монетка. Поехали, да? Подожди, а что? Мне ж нужно эту собрать, спиртное ей. Как мне это найти? О, огромные бусы. Ведь они даже не показывают, какие они должны быть. Они даже не показывают, какие они должны быть. Дэм-дэм-дэм. Ну это, слушай, довольно прикольно, типа, когда он убегает, я к нему присасываюсь и наношу довольно большой доп урон. Стикеры. Просто даже не спрятан нигде. Бутылочка магии. Оп. Подожди, а снизу там тоже что-то было? Нет? А, нет, это, наверное, здесь. Так, подожди, мне нужно
Вот так вот. Шипы меня эти убьют или нет? Ай-яй, понятно. Серьезно, я мог бы без получения урона это сделать. Левел оп. Мистер Рок атакует с большим уроном. Дают больше магазинах скидку. Не знаю, вот что-то одно из этого нужно брать. Все равно я золота много получаю, поэтому смысл мне. Смысл мне от этого, если я все равно много. Так, подожди. Вот я еду, мне нужно чекать на самом деле. Зип. Минус черепушка. Побежали. Так, а я кексик этой локации так и не нашел. Кексик этой локации я так и не нашел. Нет, я отсюда не иду без кексика, вы чё? Я серьезно впервые потерял кексик? А нет. Фух, все-таки я какой невнимательный. 1500 у меня. 1500. Нифига себе. Это считайте на 30 хилок дешевых, если у меня еще будет скидка плюс. Вообще будет классно. А вот наш ром. Это же ром. Они его выпили? Не, дринк пить. Они же, ладно. Я никогда не прошу их. Вы должны хороший компания. Ну, мне нужно идти. Ол, все работают, и ты должна дисциплинизироваться. Ха, они просто бутылкой меня бьют. Нихера себе. Блин, жалко, что секреток именно таких нету. Секреток. Ух, shit. This bad. О, подожди, я... Почему здесь череп нарисован? Вам показалось. Я могу туда пойти. А вниз, если я упаду, я потом не вернусь, ладно. Поехали. Так. Один я включил. Второй включил.
Третий я включил. Right. Окей, правильно, все-таки я пошел. Ну блин, ну по времени, мне кажется, я не успею. Потому что там диалоги всегда будут те, с которыми мне нужно будет прочесть. Ну, более-менее хотя бы понять для себя, ребят, сюжет царя. Я могу просто это все дело скипать, но... А когда мне учиться английскому, а? И только благодаря играм можно познать gameplay English versions игр. И тогда мне не придется просто ждать русскую локализацию, я могу просто играть в оригинал на английском. Разве это плохо? А вот это вот плохо, ладно. Я не хочу... Блин, я уже начинаю тратить большие хилки. Бомбы. Так, кексиков больше тут нету, поэтому валим. Ну, типа, с одной стороны, сундуки полезны. О, хилпоинты. No bad. Маленькие хилпоинты, но все равно хилпоинты. Да, вот видите, все-таки полезно было открыть этот ящик. Но я только говорю за этот ящик. Да, камень все-таки появляется только когда меня атакуют. Сюда. Нет, все-таки не атакует меня. Да, видите, херово то, что я не могу их атаковать. Камни сам. Ну, вы мне не преграда. Мяу. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, еще внизу был какой-то проход, слушайте. А что внизу был тогда за проход? Странно. Это максимально странно, на самом деле. Типа внизу там тоже был какой-то закрытый участок. Я об этом. Окей. Что у нас дальше? Ну, к этому потом пойдем. А, мы ж один рубин уже дали ему, да? А, нет. Мистер Камень. Отец. Куда же он делся? О, он... Metal Down and Run. И убежал в Трифорные рифы. Это не очень хорошо. А он был...
Lost and Hope Saving, сохранить. Кризис, что? Что ты имеешь в виду, Бат? Почему мы должны что-то реплей повторить его? Мы Butter Drink пьем домой. Ту-ту-ту-ту. Тресл Рифт. Ну да, мы тогда сюда еще успеваем сходить. В принципе, блин, сейчас 20... Ну, пускай в 40, ладно, закончится серия. Трифовый риф, поехали. Так, что-то новенького я тут ничего не вижу. Окей, допустим, я вниз еду. Я получаю кексик. Если я получил кексик, я могу просто это ранить время. Блин, жаль. Давай быстрей. Бежим. Окей, так, сундук открываем, сразу забираем, бьем. Бежим, мы должны успеть за это время. В принципе, я успею. Если не будут пить. Вау, а чё, как он меня атаковал? Так, ошичок. Так, внизу безопасно. Оп. Да, почему я этого не могу достать, главное? Ай-яй. Люди-деревья. Ладно, у меня два хит... У меня две этих хп-шульки. Слушайте, если так не получится, еще и на босс успею. Одетый пират такой. Так, ну это с другой стороны я только там мог подняться. Так, бежим. Вижу, я еще буду за осу играть. Забыл. Раз, два. Ну, видите, здесь хорошо, что я хотя бы могу врезаться в обычные стены. А, только те, которые загрены, я могу присасываться, либо они ко мне. Я вот думаю, куда мне лучше подниматься. Кексик я еще не нашел. Походу мне в ту сторону надо. Если хочу что-то ценное найти, мне сюда, да. Так, здесь кексик. И все. Только кексик.
Бежим, бежим, бежим. Опа, ловушка. Плохо. Так, ну кекс я себя нашел, в принципе. Поэтому можем валить. Я еще и выжил. Так, кекс я нашел, все хорошо. Ух ты ж, ё. Временные преграды. Что-то новенькое. Огромные щупальца морского монстра. Нужно котика забрать и валим. Да-да-да, я сейчас еще левелап сделаю. О, это же картина с задницей. Она типа еще мини-оглушение дает, этот мой камешек. Так, кекс. Где мой кекс? Наверх как мне попасть? Может быть, я найду где-то проход. Буду надеяться. Ну, блин, не хочу терять кекс. Я буду, значит, обратно сейчас возвращаться за кексом. Ну, там временной этот промежуток очень большой и разный. Ага. Серьезно. Вот это вообще сейчас серьезно. То есть даже не то, что я кекс просрал. Это херово на самом деле, это очень херово. Ладно, плевать. Возвращаемся обратно. Как мне открыть? Малать, хотя видите, по картинке видно то, что я уже мертвый. Типа я умер, но я жив. Да, то чувство, когда тебе приходится возвращаться с самого начала, чтобы забрать секрет. Ой, фух, это ж горка это. То есть мне обязательно нужно было все равно идти сам назад. Вон как. Так, теперь главное не затопить и не умереть зря. А то я могу это сделать. Знаю себя. Типа мне дан шанс. Подожди, у меня автохил есть. Ну ладно. И так сойдет. Ну вы видите сами, мы уже при смерти были. Так, где-то еще стикер валяется. Так, сейчас должен быть левелап у меня уже. Монетки. Хотя я мог купить монетки.
Level up. Если что, я, наверное, прокачаю этот. Мистер Камень иногда пополняет вам ХП, когда вы возвращаетесь куда-то. Блин, хотя Мистер Камень нужно было прокачать, что-то это затупанул. Если есть шанс того, что из него... То, что он будет мне давать хил. Извини, Мистер Камень, что я тебя променял. Тихо, успел. Закликал все это. Глупая черепашка! Стикерс. Музыкальные камни. Ладно. Я возвращаюсь обратно из-за того, что мне нужен все враги. Ну тут все равно недалеко идти. Хотя, если посмотреть по времени, у меня по времени тут херово выходит. Хотя мне смотреть, сюда и нужно идти. Да, видите, так бы я кексик пропустил. Потом бы я думал, сейчас вернуться за кексиком. А так мы с вами как раз все и забрали. Я как раз и узнал, дамажит ли меня эта фигня или нет. Так, котик, ты идешь со мной. Котофей. Вот это было опасно, меня могло убить. Ха-ха. Эй! Что вы тут делаете? И... Horse... Sleeping Noise. На что ты упялился, или что тебе не нравится? Я Джейминг, или типа я гитарист. Мои друзья это киномроллы. Камни, музыкальные камни. Это правда, я киноморол. И иногда папа рок, мы вместе рок энд ролл. Ха, типа рок-н-ролл. Но вас не... Ну, вас не понимают. Вы, Олмос... Вы, наверное, читали You Back. Фу, вы просто... Отстой. Вам нужно больше и моя, типа... Бандитская компания говорит мне... Не понял. Чёртовы... Помидоры, они Эверсинг никогда что-то не говорили мама камню. Я не дома, сила возвращается. Мне нужно вернуться в Санд Кастл, мой замок, песочный замок. When you get, вам нужен последний рубин. Я не могу типа или я не знаю где он. Ну я знаю что такое джем. Мы джем, ну джем это джем, наверное, лист в факты, возвращение замок и что-то мы поедим джема. Я так понял. Так, котик, тебе сюда.
Ну, в принципе, ребят, да, мы, наверное, рок-группу эту оставим. А в следующей серии мы у нас будет босс. А, так это еще не... А я уж почему-то уже подумал. Ладно, типа босс на следующий раз. У нас с вами еще здесь целый уровень. Давайте я попытаюсь его довольно быстро пройти. Пойдем влево. Вообще правильно пошел. А, смотрите, криты, главное, срабатывают, когда я каких-то огромных атакую врагов. По идее, на них и должны еще криты сработать. Ну что, нифига. Да, мы ускоряемся по-быстренькому. Главное, чтобы я ничего не упустил. Тварина. Крит, крит. И я умер. Я забыл, что они взрываются. GG. Они бафаются? О, они бафаются, да ладно. Блин, но я походу пироженку все равно потерял. А я еще и все бафы потерял до этого момента. Ассал. Ну хотя бы я котика взял, поэтому я могу кексик забрать. Да, что-то мы этот быстренько прошли. Как-то ну быстренько. Так, ну что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!